В этом красивом месте, у дворца Пусловских, в Косово, мы анонсируем новый канал «Вокруг света на Оке». Вокруг света, для того, чтобы объехать, надо проехать 40 тысяч километров. И вот мы уже это начали. Мы проехали уже 600 километров за 2 дня в нашем путешествии. И на Оке мы проедем вот эти 40 тысяч. Почему на Оке? Когда в 88 году я закончил институт, я мечтал об автомобиле, о любом. Самый дешевый на то время автомобиль был АК. И поэтому это мечта юности. Ну, а мечта эта реализовалась только через 30 лет, когда удалось купить практически новую АКУ, капсулу времени. Поэтому мы начинаем это путешествие. У нас с собой палатка новая из Советского Союза, радиоприемники из Советского Союза, спальный мешок. Все это мы с вами будем использовать в нашем путешествии. Когда покупалась эта АК, то она покупалась под проект, который позволил проехать вокруг Европы. После покупки в 2018 году АКИ начался коронавирус, потом война, потом заболел штурман. И поэтому пока мечтать про путешествие вокруг Европы даже не приходится. Но АК есть, и мы сделаем кругосветное путешествие. Наездим 40 тысяч километров. Сейчас пробег в АКе 15 600 километров. С 15 тысяч, когда мы начали наше путешествие вокруг света, мы будем подсчитывать расходы, которые у нас будут на содержание этого автомобиля. Контрольной группой в семье есть еще Duster, есть Kia Rio. Тоже за такой же пробег будем считать расходы на те автомобили. Будем посещать интересные места. Это могут быть достопримечательности, как вот этот дворец Пусловских. Это может быть усадьба Костюшка. Кто такой Тадеуш Костюшка? Это национальный герой Беларуси, Польши, США. Это человек, который известен во всем мире. Генералиссимус. Начинаем наше путешествие вокруг света.